Здравствуйте! Вы на канале онлайн-школы домашнего сыроделия ChizLab, и я ее преподаватель Светлана. Сегодня поговорим о сыре из кефира и творога. Наверняка в интернете вы встречали не раз, да, там рецепты приготовления подобного домашнего сыра. Перед тем, как я расскажу, как можно приготовить его самостоятельно, я хочу остановиться на очень важном моменте. Настоящий сыр готовят из молока, закваски, фермента и различных добавок, соли, либо специй. И это очень важно. Из молока, а не из производных. По этой же причине в сыре не может быть масла яиц. Поэтому из кефира и творога мы сможем приготовить лишь сырный продукт. Конечно, мы приветствуем творчество и эксперименты. Поэтому вы можете воплотить в жизнь и такую идею. Если из кефира или творога вы можете приготовить продукт без посторонней помощи, то настоящий сыр из молока мы научим делать на нашем бесплатном мастер-классе. Всего за полчаса на кухне в обычной кастрюле вы сможете сварить свой домашний сыр. Ну а позже вы еще не раз повторите его, потому что это очень просто и вкусно. Переходите по ссылочке в описании, оставляйте свои контактные данные и до встречи на мастер-классе. Перейдем к процессу приготовления сырного продукта из кефира. Для хорошего результата оптимален трехдневный кефир, так как в нем скопилось уже достаточно молочно-кислых бактерий. Стоит выбирать жирный кисломолочный продукт, то есть не менее 2,5%. А в него нужно добавить немножко соли. Чтобы приготовить сыр на основе кефира, он должен свернуться, разделиться на белок и сыворотку. Добиться этого можно несколькими способами. Например, нагреть кисломолочный продукт, ввести дополнительные кислоты, подвергнуть кефир естественной или тепловой обработке. После створаживания массы ее необходимо разделить на сырное зерно и сыворотку. Для этого понадобится просто обычный дуршлаг, устеленный марлей, либо какой-то льняной тканью. После отделения белка его отправляют под пресс. На этом этапе из заготовки выходит остаток сыворотки, а также происходит формирование сырной головки. В качестве пресса можно использовать, например, банку с водой, нагружать. Далее получившуюся массу нужно оставить примерно на полдня. Продукт хорошо подойдет для добавления в греческий салат или как начинка в пирог. В одном из рецептов кефир сначала замораживают и подвешивают на несколько часов, чтобы с него стекла сыворотка. А получившуюся массу с добавлением зелени или приправ используют в качестве заменителя творожного сыра для бутербродов. Кстати, из оставшейся сыворотки можно приготовить вкусные блинчики. В некоторых рецептах к кефиру добавляют молоко. В этих случаях кисломолочный напиток используется только для получения сыворотки. Теперь перейдем к сырному продукту из творога. Важно готовить из фермерского или домашнего творога, так как в магазинах можно наткнуться на некачественный товар. Для приготовления необходимо смешать в отдельной посуде творог, яйца, соль и соду. В разогретое на водяной бане сливочное масло добавить творожную массу. При постоянном помешивании нужно варить продукт до полного расплавления творога не менее 30 минут. От длительности варки зависит консистенция будущего сыра. Чем дольше, тем тверже он получится. После следует перелить сыр в форму и оставить остывать при комнатной температуре. Затем накрываем его крышкой и отправляем в холодильник на 2 часа. При добавлении к творогу молока у вас получится сыр, более похожий на брынзу. Как видите, для приготовления любого настоящего сыра все равно требуется молоко. Если вы хотите сами попробовать приготовить его из простых и доступных ингредиентов, не забывайте регистрироваться на нашем мастер-классе. Мы обязательно расскажем, как сварить сыр легко и просто. Всю необходимую информацию вы найдете по ссылочке в описании к ролику. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы приготовить такой сырный продукт из кефира или творога, или у вас уже был опыт. Делитесь им в комментариях и ждите новых роликов. А с вами была Светлана. И помните, сыроделие – это творчество. Давайте удивлять близких вместе. Всем пока!